18 и 19 марта в ФОКе «Авангард» прошло первенство России по гиревому спорту. Борьбу за медали и право выступать во всероссийских и международных соревнованиях вели около 300 спортсменов в возрасте от 19 до 23 лет из 31 региона страны. Данные соревнования проводим при поддержке губернатора Омской области Александра Леонидовича Лукова, Министерства спорта Российской Федерации и Всероссийской Федерации гиревого спорта. Я желаю всем участникам показать высокие спортивные результаты, зрителям красивых побед. Данные соревнования первенства России – это дорога в большой спорт. Уровень соревнований у нас очень сильно вырос по сравнению с предыдущими мероприятиями, которые проводили и в Омской области, и в других регионах. Количество регионов тоже, соответственно, у нас увеличилось. Очень много регионов прислали своих ведущих спортсменов. Борьба будет очень сильная на помосте и очень интересная. Спортсмены соперничали в четырех дисциплинах. Толчки по длинному циклу, классическом двоеборье, жонглировании и командной эстафете. В первый день омские гиревики завоевали две главные награды. Андрей Сарлаев победил в толчке в категории до 78 килограммов. Еще два омских спортсмена, братья-близнецы Александр и Егор Арнт, выиграли золотые медали в жонглировании. Именно вот эти соревнования, это мои, можно сказать так, последние соревнования, которые я могу себя проявить, показать и отобраться, естественно, на Европу, как и давно очень мечтал, хотел. Все решает техника. Я подобрал для себя определенный темп и четко отработал все 10 минут. И вот получился результат. Во второй день омичи завоевали несколько призовых мест. В результате сборная Омской области стала первой в общем зачете. Вторые гиревики Санкт-Петербурга, третьи спортсмены Белгородской области. По итогам соревнований 10 омских спортсменов получили право выступать на чемпионате и первенстве Азии, которые пройдут в начале мая в Кыргызстане.